Горсть пшена, картон и пищевой клейстер – вот и все, что нужно, чтобы изготовить экологичную кормушку для птиц. Смастерить такую по силам каждому в рамках фестиваля-конкурса «Бумеранг» активисты пионерских организаций провели мастер-класс, на котором рассказали обо всех тонкостях создания фигурных кормушек. Начнется февраль, обычно это холода, морозы, и, соответственно, чтобы помочь птицам, чтобы они не были голодными. Фестиваль-конкурс «Бумеранг» посвятили 75-летию снятия блокады Ленинграда и предстоящему 75-летию Победы. Организаторы подготовили для школьников несколько заданий по тематике фестиваля. Ребятам предстояло за несколько минут расшифровать с помощью азбуки Морзе письмо, составить донесение в штаб партизанского отряда, сделать плакат, поднимающий боевой дух красноармейцев, а также собрать и разобрать автомат на время. Артем Линик справился с этим без особого труда. Если научиться, его разбирать несложно. А если, конечно же, будет новичок его собирать, то трудновато будет ему первый раз его собирать и разбирать. А для чего это нужно лично для меня? Так как у меня нет никаких осложнений здоровьем, я пойду в армию, и там, чтобы меня этому не учили, я бы хотя бы мог показать, как это сделать, и мог советовать как бы таким небольшим примером. На фестивале ребята смогли познакомиться с техникой скетчинга, понятиями буктрейлер и кроссбукинг, а также пообщаться с ветеранами, героями книг «Опаленные бедой» и «Опаленные войной». Фестиваль «Бумеранг» – он такой праздник и мастер-классы, и новые знания, и какой-то прикладной опыт. И сегодня мы показываем ребятам и вожатые друг другу, что мы знаем, что мы умеем и что мы можем сделать. По мнению большинства участников, в День пионерии обязательно надо повторить самые интересные мастер-классы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.